Да, симпатичный городок. Вот там, где зелень, там этот трейл проходит. Вот такой эти самые построил в 64-м году американский миллионер. Новый район, чтобы городская застройка, а другом, чтобы парки и сады не занимать этими одноэтажными домами. Это у меня такая идея была. Как-то Новые Черемушки. Вот Новые Черемушки. Кстати, американские Новые Черемушки. 64-й год. Сейчас проеду, еще посмотрю. А вон мой велосипед.